Бартер Клаб провел розыгрыш сертификатов среди своих участников. Главный приз – сертификат на сумму в 200 тысяч рублей. Получил участник программы, собственник барбершопа Альберт Талипов. Компания Бартер Клаб, я зашел туда практически год назад. Это многосторонняя функция для предпринимателей. У меня там барбершоп, я принимаю по бартеру, стригу сам лично. Спасибо бартеру за все то, что вот они есть. Мы будем дальше продолжать работать с ними, как бы всегда. И других предпринимателей тоже призываю участвовать в нашем бартере, бартер-клабе. Как бы там очень-очень позитивные, хорошие люди, все предприниматели. Они как бы там друг другу помогают, находят друг друга. И у меня стало больше клиентов по бартеру. Бартер Клаб – это программа с принципиально новым подходом к построению бизнеса, которая в Башкортостане работает последние 8 лет и успешно завоевывает B2B рынки. Суть в том, что предоставляется возможность получать компаниям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям именно те товары и услуги, в которых есть потребность на сегодняшний день, не оплачивая их реальными деньгами. Компания Бартер Клаб существует с 2011 года. Это клуб предпринимателей, цель которого призвана помогать увеличивать товарооборот, привлекать клиентов, создавать партнерские связи, создавать отношения, которые помогали бы именно развивать свой бизнес. На данный момент мы насчитываем порядка 1500 членов клуба. Это представители малого, среднего бизнеса, самозанятые. Это Уфа и территория Башкирии. Сейчас мы стоим на этапе масштабирования. Бартер Клаб позволяет участникам развивать свой бизнес, привлекать новых клиентов, повышать узнаваемость бренда, заключать выгодные сделки без финансовых затрат, при этом экономя оборотные средства. Представители Бартер Клаб заверяют, предприниматели, вступившие в клуб, получат новый канал сбыта, способный привлечь новых клиентов, при этом не затрачиваясь на рекламу. Они смогут увеличить прибыль своего предприятия, при этом экономя оборотные средства, и это лишь малая часть того, что может дать эта площадка. В ближайшее время ожидается обновленное мобильное приложение Бартер Клаб. Подробности можно узнать также на сайте www.barterclub.ru.